Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Оливешка, и добро пожаловать на мой YouTube-канал. Добро пожаловать в игру Майнкрафт. Что ж, не будем медлить и стартуем. Так, это игра Майнкрафт. Майнкрафт, да. Решился я сыграть в такую игру. Что ж, с чего мы начнем, это добудем дерево. Мы запускаем в неплохом лесном биоме, потому что тут очень много дерева. Это хорошо. Нам в будущем дерево очень даже пригодится. Что ж, решил я создать новую рубрику на канале. Это выживание с Оливьешкой. Да. Пока я раздуплялся тут, я уже 36 сосновых досок. Давайте накрафтим немножечко палочек. И самое главное для выживания – это верстак. Без верстака жизнь плоха, как у лоха. Это, я думаю, вы согласитесь. Сразу мы вот это делаем. Что за хрень? Вот эти свиньи нам пригодятся. И чтобы... давайте убьем их. Убьем, потому что в будущем мне нужна будет шерсть. Умри. Сразу тут есть вторая? Нет. Тут второй нет. Либо нет. Ладно, продолжаем. Слушайте, я не сильно яркий. Давайте. Так лучше? Я не знаю, вот. А то мне отсвечивать сюда. Ладно, давайте я сделаю вот так. Вот так, чтобы небольшой свет был. Потому что мне так неудобно. Мне отсвечивает экран, я ничего не вижу. Ни хрена, она меня еще слепит, эта лампочка. Продолжаем. Да, неплохо, я нормально. Ладно, так подойдет. Я посмотрел, я ослабил свет, потому что иначе я вообще ни хрена не увижу здесь. Ни хрена не вижу. Так. 34 доски. Так, что нам нужно? Нам нужен камень. Без камня жизнь плоха. Так. Собираем. Кстати, я вот знаю, что вот из-за... О. Сволочь, а. Вот сволочь. Продолжаем. Жан, добываем. Ну, я скелет. Сколько там скелет? Это плохо. Давайте я выкоплю еще три камушка. Я побежал отсюда. Я боюсь за свою жизнь. Я очень сильно боюсь за свою жизнь. Побежали. Фу, давайте мы вот сломаем. Ни хрена не выпало. Ну, впрочем, как и всегда. Блять, вот мы заспавнились в таком охренительном месте. Честно, я вот просто охреневаю от этого спавна. Ладно. Ставим верстак. Что нам нужно? Нам нужна каменная кирка. Нам хватает и на топор. Отлично. Не зря я все-таки скопал тогда 6 булыжников вместо 3. Давайте мы уйдем. Мы можем как-то уйти с этого биома? Вот мне вот хреново как-то. Я вот вижу это все, и мне это не нравится. Ребят. Так, стоп. Тростник. Останавливаемся здесь. Тростник нам понадобится, чтобы в будущем создать, по-моему... А что нам нужно будет? С тростника бумагу? Для бумаги? А что нам с бумаги будет? Ладно. Так, давайте мы тут вот тут раскопаем землю. Да. Мне нужно хотя бы еще немного булыжника. Нам в будущем понадобится.
Подождите, я сейчас понял. Нам нужно еще две шерсти, потому что мы так ночью не сможем пережидать. Хреново. Ладно, давайте вот сделаем вот так. Вот. Там лиса, я вижу вдалеке. Он вот там. Он, вы, возможно, видите. Собственно, решил я вот... Так, подождите. Решил я создать свое выживание на канале. И здесь выживать. Название у меня оригинальное. Выживание Оливьешки. Это, ну, гениальное просто название. И вы понимаете, наверное, да? Так, что за хрень? Мне показалось. Значит, добываем камень. Камень, камушек. Потому что это хорошо. Нам без камня будет трудно жить. Давайте добудем побольше камня, потому что еще неизвестно, когда я еще добуду камень. Отлично. Значит, сколько у меня камня? 30 штук? Нормально. Я уже вижу, что вечереет. Ты что, дебил, что ли? А ну забери. Так. Где у меня земля? Может, здесь и переночуем? Давайте мы тут закроемся. Все. И в этой заднице мы подождем, поживем. Но для меня это несколько минут, а для вас пару секунд. Так. Мы продолжаем, ведь я тут. Я уже проголодался. Я тут... Давайте не будем ломать свою каменную кирку. Будем... Я вот тут добуду еще немного камня. И будем добывать деревянный. Потому что мне не надо, чтобы ломалась она сейчас. Я ее буду ломать потом. В кавычках. Когда буду уже по-нормальному выживать. Сейчас мне это не нужно. Значит, берем... Извиняюсь. Берем верстак. Понимаете, где верстак? Вот верстак. Так. Ставим верстак. И, сука, давай. Что нам надо? Нам надо на лопаты. Я возьму 3 лопаты. Во-первых, 3 меча. Кишки и 3 топора. Ну и еще один меч. Значит, многие меня спросят, зачем тебе столько добра этого? А я отвечу. Сейчас, подождите, что мне? Давайте еще одну лопату. Лопата, вот, это у нас про запас. Потому что в будущем бывают такие ситуации, когда вот умираешь, допустим, и теряешь все вещи. И вот это будет про запас. Когда я построю свой дом, мне надо много песка, когда я построю свой дом, я сделаю там сундук, и там будут все вещи на случай, если я умру. Интернет появился. Охренеть. Что он тут делает? Ну ладно. В будущем. Нам очень пригодится... Допустим, случайно умерли, да? Вещей нету. Капец, кошмар. Что делать? Умираем. У меня будут про запас вещи в случае, если я умру, потеряю, сломается и так далее. Это какой-то мелкий, я же испугался, господи. Он какой-то мелкий, какой-то у него голова какая-то узкая, вы видели? Это что за хрень? Хрень, блядь. Чё у меня волосы на клавиатуре?
что за хрень? Ладно, продолжаем. И земля нам тоже пригодится. Земля. Так, добываем. Еще раз добываем. Я туда дальше не копаю, потому что там за этим вода. И если я сейчас раскопаю, польется вода. Меня смоет просто к чертям собачьим. Так. Блин, ну что, попробуют? Правда, мы отсюда не выберемся тогда. Давайте вот так. Мне вообще надо много земли. Кто не понимает, сейчас отвечу. В будущем мне нужно построить на первое время дом, потом его улучшать. Первый дом будет у меня из земли. Потому что сейчас тратить время добывать доски нет смысла. Это, во-первых, надо много времени. И сейчас по-хорошему найти овец. Вот, по-хорошему, все, теперь все это собираем. По-хорошему бы сейчас найти овец, хотя бы две овечки. Вот, убивать их. Вот, вот о чем я и говорил. Вот быстро сломалась первая лопата. Вот. И чтобы заново не крафтить, перекрафчивать, я вот принял решение вот так. Вот. Так. Бляха, мне что вспомнить? Я что-то хотел еще сказать. Ладно, пофиг. Вспомню, скажу. Так, давайте не доламывать свои кирки и топор. И вот камень будем добывать каменный. Ой, блядь, сука, бумажный хотел сказать. Ага. Так, деревянный будет. Так, вот так раскапываем. Вот. Так, немного это скучноватое дело. Но, а что делать? Потом у меня не будет времени это сделать. Или возможности. Так, сколько мы накопали с вами? Мы накопали почти 3 стака. Мало. Мало. Супер мало. Давайте еще. Нам надо хотя бы 4 стака земли. Значит, 4 стака земли. Так, 14 минут мы с вами играем. Я за эти 14 минут ничего не сделаю. Почти. Так, уже вечереет, ребят. Это проблема. Это очень большая проблема, ребят. Уже вечереет. Придется опять закапываться, ё-моё. Я еще тут свалиться, блядь, вообще. Придется опять закапываться. Так, сколько я уже добыл? Ну, уже много достаточно. Так, давайте я снова закопаюсь. Уйди. Нет. Какого хрена? А, ну сейчас уже темно, он не боится солнца. Фу, я аж перепугался. Ладно, давайте снова. Я, кстати, поставила координаты тут сверху, чтобы вы видели меня. Чтобы вы видели, на какой высоте, и в будущем нам это пригодится. Продолжаем. Ладно, для вас снова пройдет секунда, для меня несколько. Пережидали мы день. Так, собрала все. Так, вот это мне эстетически не нравится, что здесь вот так вот. Да и вот это, в принципе, мне тоже эстетически. И вот это мне мне вообще все эстетически не нравится. Так, я песком ломаю землю. Зашибись. Так. Так. Блядь, что-то я хотела еще раз сказать. Блядь. Ладно. Пофиг. Вспомню, скажу. Так. Давайте вот что. Вот здесь добудем. Так, чтобы это более-менее прилично выглядело. Так. Так, сколько у меня земли? Ага. Ну, в принципе, неплохо для дома.
У меня снова заканчивается лопата. И осталось несколько вдохов. Ну вот о чем я и говорила. У меня осталось две лопаты. Где мой верстак? Стоп, а я верстак что, оставил? Подождите. А, ну да, вот он. Что, где? А, все, я потратил все. Так. Давайте. Вот. Я истратил, конечно, все дерево практически, но... Вот так, блядь, зачем я вот это беру? Так, еще немножечко лопат. Совсем чуть-чуть. Вот. Идеально. Ладно, пусть здесь верстак и стоит. Ему тут нормально. Вот. Кучу лопат. Ну, в принципе, неплохо. А сколько у меня камня? 17 штук всего лишь. А, ну да, я все потратила сейчас. Давайте, чтобы это не сильно долго будет. Я так уж и быть, я немного потрачу свою каменную кирку. Потому что иначе это будет супер долго. Соберем немного еще. Херово. Что-то в горло попало. Так, подождите. Ой. Мне что-то в горло попало. Сейчас. Так, порядок. Продолжаем. Ой. Так. Так, на чем мы остановились? Да. Капец, я тут расчищил площадь. Слушай, а можем мне под землей жить вот так? Ну что, все условия есть для этого. Я считаю, даже неплохо. Сейчас будет летающий верстак. А? Знаете, я вставлю один мем, который я увидел. Вот этот. И... Я его не буду сейчас озвучивать, но вы просто посмотрите на него. Да. Просто мне кажется, этот мем не мем, а он настоящий. Это правда. Так, ну на самом деле. Отлично. Ага. 4 стака и даже чуть больше. У меня заканчивается место в инвентаре. Так. Ладно, грибочки мы оставим. Давайте мы вот эту хрень мы вот сбросим туда. Вот пусть эта семечка валяется там. И у нас еще есть место. Так. Так, давайте, ладно. Мы, в принципе, неплохо поработали. У нас уже практически 5 стаков земли. О, есть вода. Но я могу по воде пройти. Она меня сносит. Потом. Давайте. Что, как? Вот. Блядь, он сейчас упадет. Нет, я его подберу. Вот успел. Может мне где-то здесь поселиться? Вот я не знаю. Знаете, я бы хотела из этого биома убраться и в какое-нибудь поле перейти, вот честно. Но зато у меня очень много... Подождите, это же гравий? Подождите. Понимаете, он не подбирается. Давайте грибочки уберем. Ну, нафиг мне грибочки? Вот вы мне объясните, пожалуйста. Так, я заполнил все место. Что это? Гравий. По-моему, с гравия может выпасть этот кремень. Есть. Сука. Падла. Свинья, иди нафиг. Ребят, у меня закончилось место в инвентаре.
коровы нам тоже нужны, потому что, смотрите, нам нужна кожа для кожаной брони. Нафиг, иди сюда, иди, куда ты бежишь, блядь? Так, так, первую. Что мы можем... А у меня гнилая плоть. Господи, боже мой. Иди нафиг. Так. Ладно, давайте пока... Вот это мы выбросим. Так, я подобрала? Я подобрала. Ребят, я переполнил сильный инвентарь себе. Ты как здесь застряла, коза? Все, заберись. Сколько? 3 кожи. Хорошо. Хорошо, нам практически уже хватает на ботинки. Так. Так. Нам надо найти... Нам нужно найти. Так. О, еще песочек. Давайте еще это будем. Я, в принципе, мне ничего. Мне песочек нужен. Потому что без песочка жизнь плоха. Как у лоха. Я это сегодня уже говорил. Не грех повторить. Все. Естественно, больше не беру. Так. Уберись. Давайте гулять в поиске нового биома. Потому что мне этот... Ну, честно, ну, мы тут много чего добыли. И у меня здесь паун. Поэтому мне главное не умереть, иначе мы сюда... Я потеряю все вещи. Нам уголь бы, знаете, найти бы уголь. Во-первых, опыт повышает, во-вторых... Твою мать. Бежим. Там железо есть? Блях. Так, вот мы и нашли уголь. Так, подождите. Давайте сделаем вот так. Вот. Вот он. Сундук. Хотя бы вот так. Так. Пока никто не видит, собираем железо. Серьезно? Один кусочек? Один кусочек ради одного кусочка, ребят. Одного. Хреново, ребят, что тут. Давай быстрее, блин. Так. Где земля? Земля. Третья ночь без кровати, ну, блядь. Ну, мне надо кровать находить. Ладно, для вас доля секунды, для меня опять интересные моменты в жизни у меня. Так, здравствуйте. Мы продолжаем, с вами продолжаем. Давайте вот тут вот мы вот все вот раскопаем для угля, потому что там дальше идет такая хрень. Я чувствую там зомби, всякие мобы. Потустороннее все. Я боюсь, что там кто-то меня прибьет. Поэтому, а у меня еще... Блин, а у меня мало хп еще. Это плохо. Короче. У меня катастрофически не хватает места. Места в инвентаре. Мне нечего выбрать. Ну, давай, слушайте. А давайте вот сделаем вот что.
Давайте сделаем вот что. Вот сделаем просто вот так. Нахрена я буду маяться, мучиться? Блять. Мучиться, когда у меня есть вот. Блях. Сука. Какой писец. Вот о чем я говорил. Вот о чем твою мать я говорю. Сука. Блять. Блять, иди нахер. Нахер иди. Все, сука. Я его прибил. Блять, мне страшно. Опа-на. А, да? Серьезно? А так всегда и было? А, не, ну хорошо. Мать моя женщина, а? Господи, мужик. Нет, я вышел в плохое место. Так. Так. Вот. Давайте мы вот так закопаем. У вас, друзья, шки. Так. У меня 5 стаков земли. Я побил рекорды, наверное, все. Так, вот эти 2 я выброшу, они мне мешать будут. Так. Так. Сколько у меня места в инвентаре? 4 штуки. Давайте сделаем вот что. Я сделаю факела. Сколько я максимально смогу? 64, ну и получилось. Так, мы убрали место. У меня теперь... А я все же те же и 4. Угу. Тут 3. 4-5. И мне что-то не хватает на этом месте. А давайте вот эту эту хрень выкинем. Вот она мне не нравится. Что происходит? Так. Собираем и подбираем. Все ровно, четко получилось. Так. Так, взбираемся наверх. Так, они не подбираются, но нам, в принципе, и не нужно. Капец, 31 минута идет запись. Ладно. Ребят, реально, когда будут ломаться инструменты, у меня будет освобождаться место, это даже хорошо. Потому что, ну, я себе и запомнил. Господи, это паук. Господи, ты что, дебил, что ли, меня так пугать? Так. Ну, я не прям напугался, но неожиданно было. Тут чья-то плоть. Зомби, поди, тут подох. Не так давно. Так, давайте я сделаю вот что. Удача. Удача. Голема вижу. Из него можно выбить 3 железа. Так, и деревня. Давайте поселимся в деревне. Это нам облегчает жизнь. Конкретно. Реально, а что нам мешает в деревне поселиться? Давайте обычно, во-первых. Тут есть кузница. Давайте вот зайдем. Вот, вот и кровать. Давайте кровать поставим и заберем нашу хрень эту.
нас не нападет этот? Кстати, я знаю, в новой версии котик толкает огромного, который много весит, голема. Много весит вообще. Ладно, не буду. Не буду это говорить. Все равно не получится. Мне главное, вы знаете, вот будет хорошо, если я найду случайно кузницу вообще. Я тогда супер везунчик. Я боковым зрением... Что это? Хрень какая-то. Вот я тут могу умереть. Так, я не получила урона, это хорошо. Подожди, а где вход? Нет, не, я с тобой торговаться не уйди. Хотя нам меня из-за этого может Галем напасть. Так. Железная лопата. Так. И хлеб. Кучу палок. Давайте это пока оставим, но железную лопату я возьму. Дальше. А, ну это понятно. Так. Собственно. Здесь что? Кучу картошки, сосновых бревен, саженцев сосны и хлеб. Хорошо. Так. Нам дальше хлеб. Вот оно как. Так, давайте так, чтобы я тут не умер случайно. Вот, давайте я вот тут спаун. Ну вот так, чтобы я в этой деревне появлялся. Вот, сразу, а то я там умру, сейчас упаду куда-нибудь. Блядь, давай, леса, блядь, это. Так. Но нам потом вот этого надо челик убить, потому что, вы сами понимаете, дело такое. Священное. Мы тогда, знаете, 3 железа, по-моему, с него выпадает, и мы тогда с вами, ребят, в шоколаде. С вами в шоколаде. Так. Почти 40 минут идет запись. Это я так, для общего понимания. Я тут был. Нет, смотрите. Так, еще сосновое бревно. И вот это что, папоротник? Извини, чувак. Ты можешь уйти? Вот, уже вечереет. Вот, прости, но вот... Дай лечь. Ой. Давайте вот это все уберем. Вот эту хрень. Вообще и поставим сюда верстак и вот у меня вот эта прелесть есть. Так, сундук вот это вот куда-нибудь вот сюда над дверью. О, и вот так. Господи, сколько свободного места, я так этому рад. Так, вот так, и вот так. Знаете, нам бы металлическую дверь, чтобы сюда никто не вошел. Давайте я вот так сделаю. Давайте сломаем эту дверь к чертям, вонючим. И поставим вот так блок. Все.
землю, вот сюда землю, 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 еще раз, землю. Вот. Подождите, а камень нам пригодится сейчас. Давайте так. Сейчас сделаем печку. Печку. Печку, пожалуйста. Вот. Печка. Пусть давайте жарится мясо пока что. Так, давайте дерево возьмем. За ступеньки пусть. Пусть будут ступеньки. Фух. Ладно. На этом мы, пожалуй, закончим. Потому что серия уже идет 40 минут. Но, естественно, она будет немного поменьше идти. Я что-то вырежу. Плюс как... некоторые моменты, поэтому она будет идти минут 20 или 25. Вот. Кому понравилось это видео, лайкайте, комментируйте, подписывайте, жмите колокольчик, делитесь этим видео с друзьями. Ой, и мы увидим в следующей серии. Да, в следующей серии мы отсюда же и продолжим. Сейчас я немного тут поем, перекушу. И мы продолжим в следующей серии. Все. Всем удачи, всем пока!